Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить этот забавный анимационный квест под названием «Капитан Моргана и Золотая Черепаха». Поехали! Просыпайся, Моргана! Что? You all right? Ты в порядке? Да, конечно, в порядке. Головой так об стену постучал. В порядке она. Там как минимум 3 сотрясения, наверное. Yes. Да, I'm я fine. В порядке. Мне I was снилась having мама. A dream about my mother. Что там в углу? Вонючие ботинки? Oh, right. О, да. Well, ну что ж, капитан хочет видеть right тебя away. Прямо сейчас. Oh, happy birthday. С днем рождения. Of course. Конечно. Today's сегодня my 17th мой 17-й день рождения. Как же я могла забыть, да? Papa must want to see Отец me to хочет give увидеть me a меня, present. Чтобы вручить свой подарок. I wonder what Интересно, gift какой papa подарок give me. Подарит мне папа на день It's рождения? Not every day 17 лет a girl бывает becomes не каждый 17. День. Так, ну вот, собственно... Наша Моргана подросла, ей 17 лет. И так, Диего попросил меня отправиться в каюту капитана. Скорее всего, как говорит Моргана, отец хочет сделать нам подарок. Но давайте для начала посмотрим, что мы имеем здесь у нас в каюте. Вонючая обувь. Someone put Кто-то a положил гнилую рыбу в мою старую обувь. Какое ребячество. I'm pretty sure it's Уверена, one of the что guys это один из парней, которых папа уволил пару дней назад. Some people just Некоторые can't stand люди просто the не могут that смириться, a woman что женщина could be a тоже может быть пиратом. Even if it's the captain's daughter. Даже если она дочь капитана. Да, да, как говорится, женщина на корабле — это к беде. I'd rather leave it Лучше here. Оставлю это as здесь, a reminder как напоминание of some человеческой men's глупости. Так, что еще у нас здесь есть? Магнит. Это, похоже, тот магнит из детства, который остался. I've had this magnet Этого since магнита I was у меня еще с детства. You never know when Никогда не знаешь, like this когда что-то подобное useful. Может пригодиться. Да, возьмем. Магнит пригодится. Книги. Most of these books Большинство are about из этих книг adventures об экзотических и легендарных пиратах. I read them all Я посчитал times. Их все по несколько раз. Взять мы ничего не можем, да? Получается, из книг. Так. Картинка вулкана. Какие-то еще картиночки. Крыска бегает. Или мышка. Плюшевый медведь. Papa gave me. Папа подарил мне медведя Пикифа, когда мы покинули остров изобилия после смерти. Мамы. It may be nostalgia, Возможно, это не ностальгия, но мне не хватает духа выбросить его. Так, оказывается, наша мама мертва. Вот в чем дело. Печально, печально. В конце прошлой серии мы узнали, что у нас пропал дедюшка. Как его зовут? Диего, по-моему. Вот. А тут мы вначале уже узнаем, что у нас погибла мама. Одни печали. My bed always Моя looks кровать like выглядит I've been так, будто я прыгала на ней. But I haven't Но done я that since этого I've не делала с тех пор, как подросла настолько, что стала биться головой в потолок. Я не хочу ложиться, ведь сегодня мой день рождения. Именно. В день рождения надо веселиться и прыгать. Так, меч. I've grown quite Мне нравится fond of этот меч, sword, хотя он старый и сильно изношенный. Отлично. У нас есть старый меч. Затупился. Так, ну что? В каюте больше, я смотрю, ничего нет. Можно двигаться. I'm not ready to leave. Я еще не готов уйти, у пиратов всегда должно быть с собой меч и пистолет. А, пистолет еще надо найти. И где же его тут найти? В бардаке в этом.
This is the drawer of my desk. Это ящик в моем столе. My pistol Мой пистолет внутри. I should hurry to Нужно see Papa. Поторопиться, увидеться с папой. He'll be waiting in his cabin for me. The pistol is perfect Этот пистолет способен произвести неизгладимое впечатление. Но даже при том, что он работает отлично, отец не позволит мне иметь порох или боеприпасы. It's time I went to Пора see повидаться с папой. Ну, как для устрашающего вида пистолет нужен, даже если хоть в нем нет патронов. Можно, на крайний случай, можно просто сблифовать, смухлевать. Так, главная палуба, каюта Алессандро. Каюта Морганы, пустая каюта есть. Плакат. Что у нас за плакат? Я купил этот плакат в месте под названием «Остров Дьявола». Выглядит потрясающе. А название-то какое? Острова. Остров Дьявола прям. Заживевшая пластина. This metal plate Эта металлическая пластина должна была быть зеркалом. It's turned dull Она потускнела от времени, потому что никто ее не полировал. О, взяли. Взяли зеркало. Так. Это что у нас? Дверька не открывается. Какая-то Алессандро. Ну, получается, главная палуба это нашего отца. Да? Where do you want to go? Куда ты хочешь отправиться? В смысле? Отправиться в другое место, на остров изобилия, выход? Не-не-не, мне нужна каюта капитана. Каюта Алессандро, что ли? Точняк. Happy birthday, Моргана! Oh, thank Спасибо, you, папа! Мне 17, like я чувствую woman. Себя настоящей женщиной. You're getting there sure enough. I'm so happy that my little girl. Я так рад, что моя маленькая девочка растет. Папа. Your mother would be so proud. Мама бы гордилась тобой. Thank you, папа. Спасибо, папа. Так. Что, а где подарок? О, видели? У морского змея открываются глаза, хоть это и чучело. I was there when Я была там, когда отец убил гигантского snake. Морского змея. Что What за an epic battle. Эпичное сражение. Но не эпичный матки болотников в Fallout. There's no way I'll Нет причин that. Трогать это. Я ненавижу чучело животных. Так, глобус. We are currently Сейчас on мы на острове Island, изобилия, который когда-то был моим домом. Кукла. I've always been intrigued меня всегда интересовала эта кукла, пусть даже у меня от нее мурашки по коже. Почему мурашки по коже? Вроде как ангел, нет? Last time I touched it, Когда я брала it ее в последний раз, у меня ушло пару дней, чтобы развязать все узлы. Так, здесь пусто у нас. Капитан Кастильо. Надо будет с ним поговорить. С Диего. А, нет. Диего это не наш дядя. Диего это вот, вот этот чувак. А как же звали дядю? Ну ладно, не суть. Кровать. Papa has the best У папы лучшая каюта ship. На корабле. Well, Но он же captain, все-таки капитан. All. Конечно. VIP-персона, можно сказать. I'm not that tired. Я не устала. Так. Святилище Бониты. Бонита это наша мать получается. Папа created this Папа создал это святилище в мамину честь. But it's a sign Но это that he's holding знак того, on to что он не хочет отпустить память о ней. I like to look я at хотела бы picture. Посмотреть на изображение мамы, но папа so расстроится, если я его возьму. Понятно. Отец до сих пор горюет о смерти матери. О смерти своей жены. Так, давайте поговорим сначала с Диего. Диего, has been Диего был папиным первым помощником, насколько я себя помню. I think he's Думаю, the strongest он самый man сильный in the world. Во всем мире. Да, огромный чел. Hi, Diego. Привет, What Диего. Какие задания для меня есть на сегодня? You need to speak with your father Ты должен about поговорить it. Со своим отцом об этом. Понятно.
Давайте. Папа is мой папа best, самый лучший. Похоже, он позабыл про мой подарок. Have you seen through the window? Ты смотрел в окно? This так is so прекрасно exciting стало to be вернуться back на остров изобилия после стольких скитаний. Папа? Папа? Are you feeling с тобой all right? Все в порядке? Mm. Oh, yes. Да, конечно. Of course. Sorry, извини, I was просто задумался just lost in my thought. Папа? Папа? Yes, Morgan. Да, Моргана. Что, напомнить ему про день рождения? Может, он забыл? Папа, папа, насчет моего дня рождения. Ты думал, я забыл про твой подарок? Of course not. Конечно, but нет, но I have у меня тут кое-что есть. О, отлично, подарочки я люблю. Оу, меч, меч. Папа, it's о, wonderful. Папа, он великолепен. Давай, отрежь отцу усы. Это правильно, что у человека должен быть меч, который поддержит его убеждение. Моя позиция? Тогда я лучше сохраню свой старый меч. Вторая часть моего подарка — ты назначена вторым помощником. Не обращай внимания на Диего. Просто он думает, что ты слишком молода. Папа, это самый лучший подарок на день рождения. Так, второй какие мои первые обязанности в качестве второго помощника, капитан? Пора научиться ответственности на корабле. Я хочу посмотреть, как ты справишься с некоторыми заданиями, которые выпадают на долю капитана. Я не подведу тебя, папа, в смысле, сэр. Легче сказать, чем сделать. Так. Ну давайте остров изобилия. So как прекрасно вернуться домой после всех этих долгих лет. Прелестная дева, это наш дом, Моргана. Вот уже 10 лет мы тут по делу. Yes, да, но you know ты понимаешь, I mean. О чем речь. Жизнь на корабле — это не то же самое. Как мы могли жить на острове изобилия без твоей матери? Вот почему мы уехали. Know, Papa, я знаю, папочка, но... Listen. Послушай, немногие дети видели столько всего в мире, сколько видела ты за последние 10 лет. Моргана. But not many kids lost но their mother, немногие дети as young потеряли as так рано маму. Если бы я должна была выбирать... You can't. Ты не можешь. Я... Excuse me, Papa. Прости меня, папа. I know я you знаю, always did what you ты thought всегда was best старался for... ради нас. Итак, задание. What tasks какие do you задания want me мне нужно сделать? There are two things тебе понадобятся две вещи. Both для этого ashore. Придется спуститься на берег. Firstly, для начала, ты должна найти трех новых членов экипажа взамен тем, которых я отпустил два дня назад. Task, второе задание, ты должна найти нам работу, например, груз для перевозки. Why do I need to do this? Зачем мне это делать? You should know. Ты должна понимать, Моргана, что капитан — это не только управление кораблем. I know that. Я знаю, просто почему бы нам не взять судно на абордаж? Мы же пираты, в конце концов. We're pirates, after all. No, нет, нам не нужен просто груз. Найди нам работу, за которую никто больше не возьмет. В таком случае мы можем взять с него больше. Yes, I да, see. Я поняла. Something with a little кое-что danger не and очень adventure? Опасное и полное приключений. Оу. Ты же капитан, папа. Мне и правда нужны полномочия для этих заданий. Yes. Да, раз такое дело, тебе придется побыть действующим капитаном. Но ты должна быть готова понести ответственность за любые действия и решения, которые ты примешь. Конечно, капитан. У меня был сон про маму. Моргана. Во сне я все еще была ребенком, а мама была живая и такая красивая. Если ты хочешь быть действующим капитаном, то немедленно приступай к заданию, дорогуша. Но почему ты даже не хочешь поговорить о маме? Не вмешивайся, Моргана. Я знаю, что для меня лучше. Похоже, папа разозлился. Ну, конечно, его задевает разговоры о жене, о матери. Так, ну что, нам надавали кучу заданий, нам надо найти новых членов экипажа, 3 штуки, и найти работу. Давайте сделаем это. I think Papa has only думаю, made me acting назначил captain, меня действующим капитаном только потому, что не хочет ступать на остров. Бедняга. Бедняга.
The refusal to come to terms with mama's death has gone on long enough. It may take some time, это может занять некоторое время, но я помогу ему справиться с проблемой. Так, еще одно какое-то задание у нас прибавилось. Грустные воспоминания. Я должен найти способ помочь папе справиться с его воспоминанием о маме. Ясно. Так, что у нас? Давайте, у нас вот эта комната еще не осмотрена. My own room is just моя комната next door, за следующей дверью, если я захочу отдохнуть. Понятно, сюда мы не заходим. Давайте тогда выберемся на берег. Посмотрим, where что изменилось за 10 лет. Так, остров изобилия. Right, Captain Morgan. Выдавая себя за члена экипажа. Sir? Так точно, капитан Моргана. Какие будут приказы, сэр? Well, find me some trusty crew members. Ну, живо найдите мне парочку right надежных людей. Anything else, Captain? Что-то еще, капитан? Aye. Find work for да, the winsome найти работу для прелестной девы. Что-то, что, может, что поможет нам разбогатеть. Aye, aye, Captain. Да, капитан. Итак. Овощная лавка. Как мы помним, с детства у нашей лучшей подруги родители занимались овощным бизнесом. Видимо, вот он и есть, вот эта вот овощная лавка. I wonder why интересно, this shop почему is магазин закрыт? It used to belong это раньше to my принадлежало friend, родителям Jazz моей подруги Нелл. Perhaps возможно, they no longer они keep его уже не держат. The shop is магазин closed. Закрыт. Нет. Улов. The fishermen worked well. Рыбаки хорошо работают, пришли на всю эту свежую рыбу и крабов. A reputation репутация for being воровки не поможет мне в поисках. Так. О, Арна, смотрите. Хулиган, который подрос. Неизвестный персонаж. Вывеска таверни. Там, я смотрю, еще какой-то чел стоит. Ратуша. И все, да, получается. Давайте подойдем к Арне, поговорим. Арно gets uglier and dumber with each passing year. Арно все уродливее и тупее с каждым прошедшим годом. Hello, Arno. Привет, Арно. What do you want? Чего ты хочешь? It's nice to see you рада too, тебе тоже, Арно. Don't get clever with не умничай со мной. Of course конечно, not. Конечно, нет. Ты you'd никогда не поддерживал up, мои начинания. Блеск и меч. That's a прекрасный fine меч. Sword. Captain Simpkins капитан gave it to me when I joined his crew. Дал его мне, когда я присоединился к команде. He must have found он, должно some быть, нашел в тебе скрытые качества, которые мы упустили. He's a proper pirate, он настоящий капитан пиратов, не то что твой трусливый отец. I'm not going to rise я не попадусь на эту ловку. But но I интересно, wonder что what Diego would say if I скажи я ему. Well, но я не боюсь. Я... Ты же не расскажешь? Прессал немножко сразу же. This sword is меч very такой блестящий. Я только что начистил его. Он красивый. Ah, yes. О, да. Ты любишь блестящие вещи. What's wrong with that? Что не так? Most people don't большинство become людей mesmerized не поддаются by гипнозу. It. Понятно. Так. Море. Море, море. It would be stupid to swim away when you have your own ship. Когда у тебя есть свой корабль. Рубиновая императрица. This ship is the Ruby. Это рубиновая императрица, красные паруса выглядят необычно. I can't go aboard. Я не могу подняться на борт. The ship belongs to Hillary Simpkins, another пиратскому капитану. Понятно. Так. Неизвестный персонаж. Давайте с ним поговорим. This guy looks этот парень sharp. Хитер, он мог бы стать he хорошим членом экипажа. Crewmember. Логично. Hello. Здравствуйте, I'm Captain я капитан Моргана Кастильо. Мое имя Рацио. Капитан. I'm looking for я ищу членов экипажа для своего ship. Корабля. That depends. Это зависит... On what? Что-что? Карло and me and Карло и never я никогда не плавали с женщиной. Откуда вам знать, что это безопасно? Perhaps может быть, a way есть to prove способ зарекомендовать вас нам? Как тебе не стыдно? Ладно. How can I как prove не убедить myself? Тебя, Рацио?
Come on, man, давай, I don't старик, have all day. Не могу ждать весь день. You know, we're considering an offer to предложение присоединиться к Рубиновой императрице. Разве? Это что там за морж? Which I have yet о чем to мне tell еще Carlo стоит рассказать, Карло? Cut the flannel, Razzo. Just tell me what скажи, you want. Что ты хочешь. A member of a pirate crew. Пиратской команды нуждается в хорошем клинке, но, увы, у меня его нет. Very well. Отлично. Значит, меч. Так, меч. Ну, меч у нас есть. Давайте ему дадим этот старый меч. What a bad idea. Плохая идея предложить пирату старый меч. Все равно, что плюнуть ему в лицо. Ну, либо этот... Папа just gave папа, me this for my birthday. Его на день рождения. Я не могу дать его раз. Ясно, ему нужен меч. Меч вот, Арна лежит. Hey, leave it alone. Не трогай меч. You can't just ты не можешь просто забрать его. Я больше не член твоей команды. Я просто хочу рассмотреть поближе. Может подменить? Нет. Подменить не получится, но что-то с этим мечом надо делать, это 100%, не просто так он здесь лежит. Давайте пока еще походим здесь. Oh, this guy этот парень ужасно awful. Пахнет, но может быть But полезен. I wonder why интересно, he's drooling почему like у него that? Так текут слюни? Hello? Привет, my name меня зовут is Моргана Кастильо. I'm Carlo. Я Карло, ты You're просто красавица. Beautiful. That's Captain Для тебя Morgan, я капитан Моргана. How do you want как ты хочешь меня испытать, Карло? Я голоден. Найдешь мне что-нибудь поесть? Карло, Карло, you should мы think мысли bigger. Обширнее, попроси чего-то больше. This is Carlo's choice. Это выбор Карло. And finding some food еда, is. Так, еда. Так, этому надо чуваку моржу надо дать пожрать. Так, надо сохраниться. Давайте заглянем в таверню. Здесь крысы бегают. Доки. Так, неизвестный персонаж. He looks like такое впечатление, что он пьет из одной weeks. И той же бутылки неделями. Hello, senor. Здравствуйте, сеньор. Good day, señorita. Добрый день, сеньорита. I'm Captain Morgan. Я капитан Морган, прелестная дева. Everyone calls me Nacho. Все называют меня Начо. On account of честь that's того, all I eat. Это моя любимая еда. I bet the air doesn't stay спорим, fresh around you. Спорим, твое дыхание никогда не было свежим. I'm looking for я хочу набрать в команду еще троих. Would you be это interested? Тебя интересует? Between ships пока я разрываюсь между кораблями, хотя chance. Обычно не упускаю свой шанс. But it's considered bad luck to sail under a female captain. Says who? Кто это сказал? Me? Я? И didn't you разве just hear me? Кого-то другого? Besides, возможно, что-то there must не be так, something wrong ты не можешь найти еще двух two. Членов. Well, но... I'll come back я вернусь с другими членами экипажа. Окей. Надо, значит, в первую очередь с теми двумя разобраться, а потом к Начо подходить. Так, неизвестный персонаж. Неизвестный персонаж. Картина бутылки. The innkeeper has практически a really large действительно большой выбор drink. Напитков. I'll ask the innkeeper я попрошу хозяина, если drink. Что-то захочу. Понятно. Давайте. In так, landlord, повелитель трактира well всегда выглядит упитанным. Конечно, на трактирских харчах. Hello. Привет, my name's меня зовут Morgan. Моргана. I'm Tasco. Я Таско, владелец этого заведения. So, Mr. Итак, мистер трактирщик, что у вас есть на продажу? I sell я продаю крепкие drinks. Напитки. У меня лучшая еда в городе, жареная курица с хрустящей картошкой фри. Oh, how original. Наверное, I guess no one ever thought of that combination. Really? Правда? Oh, я... you're kidding, right? Вы смеетесь надо мной, да? Хихиканье. Так,
курица? Where does your chicken Откуда вы берете курицу? Обычно из моей кухни. Нет, что я имею в виду, забудьте. Зачем ты это спрашиваете? Вы что, ищете неприятность? Прошу, не обижайтесь, я просто очень осторожна в еде, которую ем. Ничего лишнего. Нельзя заболеть гриппом, съев цыпленка. Люди придумывают такие глупости. А как же птичий грипп? I'm looking to do business with one of the island's merchants. Is that so? Правда? I'm looking for a cargo for my ship. The island's wealthiest merchant happens to be looking to charge her. Do you know where I could find him? Вы знаете, где я могу его найти? He's currently in a meeting in my back room. But I let him know you want me with him. Знать, что вы желаете встретиться с ним. Thank you, Tasco. Спасибо, Таско. Отлично, вот уже и работку мы, похоже, нашли себе. Почти. Так, ну пока трактирщика нет, давайте посмотрим, что это за персонаж. This woman looks familiar. Эта женщина выглядит знакома. Excuse me. Простите, я вас Do знаю. Do I know you? Nell. Nell. Okay. Моргана. Отлично, это наша лучшая подруга. I haven't seen you я for не видел a couple с тобой of years. Несколько лет. Good to see you looking so well. В добром здравии. Oh, you too, Ты тоже, Моргана, я часто тебя вспоминаю, как often, мы в детстве веселились. You were always such a Ты good всегда friend. Была таким хорошим другом. Так. I never expected я никогда to не ожидал тебя увидеть слоняющегося вокруг трактира. Почему here? Бы и нет? Ты же здесь. I have a reason. У меня есть I'm причина, я ищу членов команды для моего судна. Ты капитан? Acting captain, Всего лишь Papa действующий капитан, the real папа настоящий капитан корабля. Whenever there's a new ship in Всегда, port, когда I come in here hoping порт to hear news прибывает news новый корабль, я надеюсь услышать новости о Бобби. I haven't seen him since я не видел его с тех пор, как он ушел в море несколько месяцев назад. There's no news of him Боюсь, on my на нашем ship, корабле I'm afraid. О нем никто не знает. In that case, в таком I случае, я пойду shop. Открою магазин. Нелл, похоже, до сих пор влюблена в Бобби, да? I see that я видел Арно в городе. Yeah. Да, ранее он пытался украсть несколько яблок. Tried? Пытался. He changed his mind when он сразу I gave him a close look at the end of my musket. Под дулом моего мушкета. Oh, I wish I'd Жаль, seen the look я не on видел his его face. Лица. Отлично. Девки умеют за себя постоять. Why is your parents Почему shop твои родители закрыли магазин? Oh, they went back to England Они вернулись a year в Англию ago. Год назад. Я остался управлять магазином. You were pretty young to take on something like that. I wanted to stay here. Я хочу остаться здесь с Бобби. Я все еще надеюсь, что однажды он станет моим. Вот это любовь. Вот это любовь. I should reopen the shop. Я должна снова идти за прилавок. Так. А это что за крокозябра вышло? Так, походу, вот это торговец. Томас Бриско. He stands around Он стоит as the тут, будто самый важный человек на острове. Judging by his Судя clothes, по одежде, вполне может well быть. Hi, Привет, I'm Morgane. Я Моргана. Мой корабль «Прелестная дева». Таско сказал Tasco мне, что вы хотите нанять корабль. It is a pleasure to meet you. Очень рад встретиться с вами. Я Томас Бриско. И yes, да, я ищу корабль самый быстрый. You've never heard of вы the никогда не слышали maid? О «Прелестной деве»? Should I have? Стоит ли мне? Well, it's Но это корабль, который прошел Соколиный заплыв за 20 дней. What's the cargo? Какой груз? Just a passenger. Просто Myself. Пассажир, то есть я. Так, Хиллари путешествует. Что за Хиллари? Хиллари Клинтон? I saw you with Я видела Hillary вас Simpkins с Хиллари Симпкинсом earlier. Только что. Yes. Captain да, капитан Симпкинс – один из вариантов для моей авантюры. Он стремится перерезать вам глотку, забрать деньги и забыть о сделке. Полегче. Это тебе капитанская гордость играет? Perhaps, Возможно, но у вас наверняка есть какие-то сомнения, иначе бы вы уже наняли его судно. Да-да-да. Именно так, Моргана права. Why do you want to Почему вы хотите for a simple зафрахтовать journey? Судно для простого путешествия? There is nothing В этом нет ничего простого. Это путешествие полное открытий. Will there be danger Нас ждут опасности и приключения? Well, of course. Конечно. That's why I must Именно be поэтому sure. я должен быть уверен, что нанимаю хороший корабль и экипаж. It's
Sounds like I have exactly the ship you need. I'm not so sure. Я не так уж уверен. Had the experience of sailing with a woman before. There are a lot of things I've never experienced with a woman before. Я не испытывал с женщиной ранее. I can assure you that my ship is of the highest caliber. That may be so. Может быть и так. But what assurances can you give me? Блин, мне этому тоже надо какие-то гарантии, доказательства. To show my good intentions, чтобы показать свои добрые намерения, я готов доказать вам, что достойно настоящего плавания. Very well. Ладно. Would you agree? Вы возьметесь за мое задание. Task for me. Если все получится, я найму ваш корабль. Just tell me what you want me to do. Просто скажите, что мне нужно сделать. In the town hall городской ратуши есть карта, принадлежащая мне. I had it sent here. Ее прислали сюда на остров, но после прибытия местный губернатор конфисковал ее. How do I know it's как yours? Я узнаю, что она ваша? I have the receipt of payment upon my person. У меня есть оплаченная квитанция на мое имя. You just need to find the map with the corresponding serial number. Do you mind if I take вы не возражаете, если возьму это с собой? Hardly. Вряд ли. But I'll give you я дам вам копию серийного номера. Отлично, еще нарезали заданий. Вот, так. Найти работу. Приска сказал, что намет корабль, если я заберу карту у местного губернатора, обжора. Блин, заданий-то целая куча. Так. Да, я хочу сохраниться здесь. Так, что у нас имеется здесь, в этой комнатке? Жирная сковородка. This frying pan эта сковорода покрыта толстым слоем сала и застывшим жиром. Oh. Отвратительно. No, у меня нет желания ее подбирать. Well, not unless но только если мне заплатят большие деньги. Конечно. То любой каприз за ваши деньги, да? Провиант. Chef Ramsay on Cook Island would have a heart attack if he saw food stored on the floor. Приступ, если бы он увидел еду на полу. I don't know how не понимаю, как мне поможет морковь, цветная капуста или тыква. Так, здесь у нас ничего полезного, да, получается? Нет. Окей. Окей, здесь мы все посмотрели. А, картину еще мы не посмотрели. It reminds me это напоминает of мне друга моих родителей, который apples. Коллекционировал яблоки. Я забывал его имя. Картина, брошенная в воздух, в конце концов достигает земли. Кажется, Newton's это четвертый закон Ньютона. Ньютона, наверное, так будет. Точнее. Так. Картинка такая, трактира. Even an idiot даже knows идиот this понимает, что inside. Это вывеска таверны. There's a door if есть I want дверь, to go outside. Хочу внутрь. Так. Овощная лавка. Hello, Nell. Hello, Mukai. Привет, Моргана. Давайте поговорим про магазин. Я поражена, что ты одна управляешь лавкой. Почему? Ты думаешь, я не смогу? No, это не то, что meant, я имела Nell. В виду, Нелл. Я восхищена, потому что не думаю, что смогла бы сделать это. Oh, sorry, прости, Моргана, я I'm крайне волнуюсь за Бобби. Мне нужно немного еды для Карла. Если он большой парень, то нужно 5 дублонов для его прокормки. I don't have five у меня нет пяти дублонов. You can have it for free. Ты можешь взять if you это do me даром, a favor. Если окажешь мне услугу. What kind of favor? Что за услуга? I'm really worried about Bobby. Я действительно переживаю за Бобби. Ты могла бы его поискать во время своих поисков? I can't look я не буду специально его искать, но во время путешествия посмотрю, about, что я смогу I'll обнаружить. Okay. Спасибо, Моргана. Так, отлично. Мы взяли еду для куриной крылышки. Where did you get откуда these chicken куриные wings? Крылышки? They're from Hollow Island. Они с пустого But острова, но это не просто куриные крылышки. What do you mean? Что ты имеешь в виду? They're wings from racing это крылышки гончих куриц, постное мясо без жира. Sounds like the похоже, идеальный выбор для Карла. Пустой Island. Остров. Что-то припоминаю. Разве не там, где твоего отца изготовили этот кулон?
Конечно. We went there a few times after Mama died. It's a real shame you lost that pendant. Позор потерять кулон. I still think it was stolen. Я все еще считаю, что его украли. Что там, просрал кулон, что ли? Так, жареные куриные крылышки, обычный кусок хлеба, и выглядит сладко и вкусно. Что, давайте дадим крылышки этому обжоре. Карло, Карло, как насчет жареной курицы? Is it Kentucky? Kentucky. No, I Нет, got it from my friend Ned. У моей подруги Нед. Perfect. Прекрасно. Так. Нифига он жрет. Я думал, миссис Кости. Best chicken ever. Это лучшая I'll курица. Join your crew, присоединяюсь к вашей captain. Команде, мисс Капитан. Отлично, один есть. Один есть. Так. Итак, один член команды у нас есть, друзья. И я, наверное, буду заканчивать на этом серию. Вот. Продолжим поиски экипажа в следующей серии. И работы груза для нашего корабля. Вот. Я всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Вот. Я со всеми прощаюсь. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.